Лекарственные травы. Зверобой. В народной медицине растения используют в виде настойки для полоскания полости рта при ангине и стоматите, в виде компрессов в случае кровоточащих ран, настоев и отваров при гепатитах, холециститах, метеоризме, при болезнях почек, при поносах и так далее. Зверобой продырявленный – это уникальные лечебные растения. При нервном перенапряжении и бессоннице используют сбор. Настой, трава зверобоя, трава тысячелистника и корень дигиля в равных частях. 1 столовую ложку сбора залейте 1 стаканом кипятка и процедите. Выпивайте за 30 минут перед сном. При лечении колитов и почечно-каменной болезни применяют препараты. Настой, 10 грамм сухой травы зверобоя залейте 1 стаканом кипятка. Настаивайте 15 минут. Принимайте по 1 столовой ложке 2-4 раза в день после еды. Отвар 1,5 столовые ложки измельченной травы зверобоя залейте 1 стаканом горячей кипяченой воды. Посуду прикройте крышкой и кипятите смесь на водяной бане 30 минут. Затем отвар охладите и процедите. Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Настойка 15-20 грамм сухой травы зверобоя на пол-литра водки, настаивайте 7 дней. Принимайте по 30 капель в день после еды. Этой настойкой также смазывают больные десны. При лечении болезней полости рта и горла применяют полоскание, настойка, 1 часть травы зверобоя и 5 частей 40% спирта настаивайте 7 дней. Принимайте по 40-50 капель на стакан воды 3-4 раза в день.